Друзья, всем привет! С вами Тимур Насыров, «Походы по тропам Южного Урала». Сейчас мы находимся на хребте Аваляк. Это один из крупнейших хребтов Южного Урала. И хотел бы сказать, почему стоит подняться хотя бы один раз со стороны Байсакалова, со стороны Учелинского района, на гору Уремель. Потому что, ребят, вот такой вот шикарный вид открывается с этой стороны. Больше ни с какого подъема вы такой вид не увидите. Ни с Тюлюка, ни с Николаевки. А именно хребта Аваляк. Это перед нами Большой Уремель. Восточный склон. Один из самых сложных, если подниматься по нему. За который в зимний период дают значок альпиниста России. Ну, если, конечно, организовать соответствующие мероприятия. В ясную погоду очень много что можно здесь посмотреть. Вот, допустим, это сейчас Малый Уремель. Видно всю его протяженность, 7-километровую там или 7 с чем-то километров. И также отсюда можно увидеть самую высокую точку Башкортостана и Южного Урала. Это гора Ямантау. Она сейчас на горизонте. Вот это вот белое пятнышко, это и есть Ямантау. 1640 метров над уровнем моря. Дальше это у нас все идет хребет Аваляк. Самую высокую точку его не видно. Открывает безымянная вершинка, которая там перед нами. И обзор Уральских гор. Белое пятно — это деревня Байсакалова. И, собственно, практически весь Учелинский район видно. Очень-очень всем советую, даже те, кто побывали на Уремеле, но не поднимались с этой стороны, спустить его со стороны деревни Байсакалова. Оставайтесь с нами, если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Будем на протяжении всей зимы делать обзоры Уральских гор.